через год, в мае месяце, по благословению, до митрополита Амфилохия открывает в Черногории кинофестиваль православных фильмов, разных фильмов, международный кинофестиваль, которым будет поддерживать «Золотой Витязь». И мы передаем Черногории наш бесценный приз, как аванс для их большого жизненного пути. «Золотой Витязь» Черногории. Дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа, прежде всего желаю вам честитать, как на сербском, праздник Святой Троицы. Я приезжаю из монастыра Остроги. Позвольте, чтобы несколько слов сказал об этом монастыре. Монастыру Острогу более 400 лет бывает святой Василий Острожский, который укрепляет наш народ и защищает нашу святую православную веру. Как сказал уважаемый Николай Петрович, на следующий год по благословению митрополита будем делать фестивал православного кино у связи с Золотым Витязем. Это не будет тяжело, потому что истинные идеалы будут и на нашем фильмовом фестивале. И это очень важно для нас, связа с Золотым Витязем. Спасибо большое вам за много. Я уже в моей жизни получил какой-то награды, работал в театре, но один Золотой Витяз только. Спасибо. Это ты, это я.